Вам на край надо кинуть. Ага. Во, получится. КТшники могут отвлечься на этот смог, и вы выиграете время. Далее, сейчас я бегу закупаться. А, инвентарь? Я ничего не в инвентарь. Так, мне нужно закупить еще флешку. Значит, когда вы играете в пати на Мираже, один должен... получается, сейчас. Один должен кинуть вон туда смог, как я показывал. Да блин. И одну флешку дать вот так. И вторую на ходу уже. Вот. Это опять для вас выиграет время. Также, если вы играете за КТшников, то есть вот, получается, вам дали вот такой вот смог, вы отвлеклись, теры выиграли время. Получается, это просто советы по CSGO. Вы выиграли время. Куда он летит? Он летит, получается... О, на джангл! Все, все, все. Вот смог на джангл. Получается. Я не знаю, ты... Так, далее смог будет, получается, отсюда уже был, со стороны КТ. Встаете, значит, сюда, кидайте куда-то вот сюда с прыжком, получается. Он должен упасть куда? А, на шорт. Ну, то есть, как бы, Тера уже шорт... Буду чекать то, что думаю, что вы в смоке там. А вы можете в это время обойти сапсов. Так, КТ, КТ, КТ. КТ дальше сюда. Куда он? Ага, правильно, все. Далее сюда. Опять же, затеров, получается, куда он? Блин, забыл, как его делать-то. Друзья, я не очень понимаю... Все. Вот, смог сюда. Я понял, как он кидается, вспомнил. Так, все. Давайте я вам покажу просто этот момент, я обрезал. Вот у меня уже история траектории есть. Вот так вот берем, встаем, кидаем. Летим за ним. Он скачет, скачет. И вот сюда вот, вот. Далее смог на джангл. А, с мида, кстати, нужно крысить. Если ваш тиммейт вдруг будет такой умный и знает, как скинуть раскидку вот сюда... Или вы можете сами там пикнуть. Вы берете так с АВП, вот так вот потихоньку, с просветом, убиваете челика, который на миду. То есть просто за коробками стоять не советую. Это стандартная позиция. И вот, вы... Далее берем, целимся туда. Вот. Прямо туда. Сейчас я увеличу, как бы на монтаже. Это берем. И он должен лететь на джангл. Вот, правильно. Он на джангле. Он на джангле. Все нормально. Как бы отсюда. Потом, после этого смока, как только вы дали, сказали, что я дал смок на джангл, можете с коннектора выходить. Далее смок будет на сити. На сити. Смог. Так, получается, встаем, целимся прямо в фак. Вот здесь вот где-то. Летим, летим, летим за ним. Вот, смог на...
смог носить и есть. То есть либо им сюда забираться, вот. Сейчас, блин, я в смоке не вижу ничего. Либо им вот так вот сюда забираться, откуда их уже будет очень видно. Либо даже вот сюда, здесь их очень будет видно. Так, опять же покажу, чтобы вы не забыли, если вы не хотите перематывать, я вам покажу. Опять же, вот такой вот смог, даете вы. А, черт. Я забыл, что прыгать не надо. Вот он. Опять же, на Тетрис. Далее. Сейчас, траектории все. Опять же, за ту сторону. За КТ очень мало смоков, которые я знаю. Так. В ледере, если чувак вот затеров будет в ледере. Вот он идет такой, на шифте крадется, хочет вас снять. Если инфа была по ледеру, ну, вот, по ледеру, то вы берете, становитесь сюда. А. Кидайте туда смог. Он отвлекается. Зовет своего тиммейта, он кидает примерно вот сюда вот смог. Вот. И отсюда как бы вы уже сможете чекать. Далее смог на мид, который можете чекать, если чувак не знает, что нельзя сидеть за коробками. Берете вот, целитесь сюда, куда мой прицел. Бац. Он сюда падает. Здесь просветом можно с ОВП уже вот спокойно чекать мид. Ага. Получается. Так. Если ваш тиммейт знает, как дать сюда смог, он дает сюда, вы даете сюда смог, которому я вас научил. Далее. КТшники. А, ну да. Типа, мы сейчас разбираем за Т-сторону. Далее, Т-шники, получается, берут, становятся куда-то сюда, кидают раз флешку, два флешку, и под вторую же только надо выходить. Угу. Потом, если как бы, если все равно знаете, что инфа из ямы говорят, что типа на джангле чекают, а смоков у вас нету, там только вы, которому нельзя перебираться на топ-мид, чтобы дать смок на джангл. Берете вот такой вот смок, его начинают простреливать. Вы здесь вот прыгаете и спокойно убиваете на джангле. Опять же показываю смок на джангл. Встаете сюда, в упор. Ой, блин, это флешка. Целитесь туда, опять же увеличиваю на монтаже. Бац. Вот вам смог на джангл. Лучше бы, конечно... А вот за КТшников смог яма будет вот так... Вот такой получается, если я не ошибся. И если вы очень хороший авапер, отсюда уже, вот отсюда, сейчас. Получается, прыгайте, и вот здесь вот можете пикнуть там его, там, стрельнуть вот так. Если он там. Ага. Сейчас я куплю АВП. Окей. Ладно, сейчас. Вот пикнуть вы можете, получается, сейчас. А, так, что дальше? На Б. Смоки. Вот, то есть, в тот чел дал смок такой. А почему? Откуда у меня все смоки делись, лол? А, опять. Так. Вот чел, получается, встал сюда, добежал. Один только должен задержаться. Никто его ждать не должен, получается. Берет, кидает. Если я помню. А, нет, надо с прыжком.
Смотрите, прыгает. Получилось с первой попытки. Вот он сюда его кидает. Вот. КТшники, как бы, если они идут на Б-плент, они могут отвлечься, опять же. И это выиграет вам время. Тот чел, который кидал, он еще дает у меня денег. Так как у меня денег нету, а я не могу сейчас пока что прописать это, так как я не хочу вас задерживать. Он дает одну флешку так. Вторую на ходу. Это типа флешки. И именно этот чел должен оставаться в апсах. В апартаментах. И отсюда уже крысить там. Это будет роковая ошибка, если он выйдет. И вот этот вот смог. Если он кинет этот смог. Кстати, можно такой смог использовать, который я кинул как флешку. Вот. Он может либо сидеть в апсах, крысить этот кичен. Либо может спрыгнуть по-быстрому и на шифте докрасться до сюда. И уже этого убить. Дальше смог с леддера, получается. Если вы хотите закрысить человека, но не знаете как, это не смог будет флешку. Потом он может пикать постоянно, ну то есть стрелять. Флешку, вторую флешку. А потом уже даете вот такой смог. И уже пушите. Чисто пушить надо. Тогда в смог стрелять, простреливать. А, кстати, чел, который будет пикать на миду, который вот так вот берет, пикнет, даст смог этот. Не этот. Вот такой там. Вот здесь вот будет место для пика. Или здесь просветом пользоваться. Вот. Он обязательно сразу же должен сдать смог в коннектор. Чтобы его оттуда не сняли. И затем же наверх сразу вот, когда этот смог еще не расселся, наверх молик. То есть наверх, блин. Наверху молик есть, вы идете и можете как бы уже именно окно чекать. Далее человек может с андера пробраться и вот так вот взять и запрыгнуть. Фак. Вот он берет, запрыгивает, не с первой, конечно, попытки. И этот, как его... И у него выгодная позиция, он может, короче, берет, прыгает, и пока есть время, забирается сюда, встает и его убивает. Пока есть время, опять же. Вот. Допустим, вы играете за КТ. Это первый раунд. Один может пойти сюда, взять и пикнуть. Ну как, то есть не пикнуть, а посмотреть, есть ли кто-то на шифте обязательно. Посмотреть или послушать даже, идет ли кто, сколько человек идут на мид, если там, вы можете определить. Вот. Далее берем. Сейчас. Если он говорит, типа, уже, там, трое Б, он пытается на шифте их крысить. То есть берет, шифтит. Если кто-то остался в апсах, бац. И обязательно нужно прочекать вот здесь вот. Вот здесь вот, нифига себе. Ну вот, это подошло к концу мой ролик.
мои советы. Всем пока!